Я здесь! Ой, ну, гражданин, документы предъявим. Ну что, еще кружочек или на речку махнем? Не, ребят, я домой. Ему с нами скучно? У него же девушки нет. Бедный, бедный, одинокий, одинокий. Я просто батя обещал в командировку проводить. А, ну, тогда дело хозяйское, бывай. Давай. Что-то я не понял. Так, все, давай, пойдем, пойдем, пойдем. Спроси, пожалуйста, у вас папироски не найдется? Найдется. Спасибо. Ты не мог откурить? Имею полное право. Школу оттарабанил 10 лет от звонка до звонка. Выпускной отгулял. Теперь все. Свобода. Спасибо. Свобода. Thank you.
чистые! Цыц, кому говорят! Смотрите. Кого к нам ветром нанесло? Это... Что ж, никак? 10 лет прошло. Как есть. На свободу с чистой совестью. Паш! Кто там? Да никто. Это кошка вон соседская. Отпустили. Топором не выручишь? Топор-то вот он. Бери, не жалко. Обещал. Что ж ты не дождалась до меня? Сколько ж тебе пришлось пережить-то? Все вынесла, родная моя. Все пережила. А вот разлуку-то не смогла. Как же мне без тебя-то? Обжился маленько. Дверь чего запираешь? Тихоришься? Режим соблюдаю. Отбой скоро. Вот супружница моя тебе собрала. Вот, ну, как говорит, чтобы не в сухомятку. Так что давай,
похлебай пока, тепленькое-то. Вот. Со свиданцем, что ли? У тебя посуда какая-нибудь найдется? Найдется. Ты как думал, что тебя с оркестром, с пионерами встретят, да? Дескать, добро пожаловать, дорогой Петр Авдеевич. Так, что ли, да? Ничего я не думал. Ты все-таки мог бы меня поласковее встретить. Друг детства, вроде как. Уж перед тобой-то это очень ни в чем не виноват. Да не передо мной, не передо мной, ты перед Родиной нашей виноват. Ты рабочих ругал? Ругал, ругал. Всех с фабрики выгнать хотел. Не всех, только лодыри, которые станки гробили. А между прочим, эти станки за границей на валюту куплены. Вот, правильно. Тебе эти железяки буржуйские, тебе дороже человека рабочего. А ну-ка скажи мне на милость, кто у нас стоит во главе угла? У нас стоит человек труда. Рабочий человек, а ты его ругал. Вот так. Стал бы ты ругал советскую власть. А, родину нашу. Знаешь что, Семенович? Если власть решила, что я перед ней в чем-то провинился, так я за это 10 лет своей жизни отдал. Ладно, давай выпьем по последней. А то нехорошо как-то злобу на дне оставлять. Будь здоров. Ну и тебе не хворать. Люди нам, конечно, нужны. В общем так, Петр Авдеевич, потрудитесь пока разнорабочим, а там посмотрим. Это в каком смысле разнорабочим? Я же инженер. Инженер? А напомните, какая статья у вас, гражданин Барашков? Статья 58, гражданин начальник. А на тех станках, за которые я отсидел, вы до сих пор ботиночки шьете. Кстати, приятно посмотреть. Слышал? Эта контра еще глумиться здесь будет. Черт знает, что такое. Петр Авдеевич, подождите, пожалуйста, в коридоре. Гнать его надо отсюда поганой метлой. Пусть спасибо скажет, что в 31-м посадили, а не в 37-м. А то с такой статьей бы расстреляли к чертовой матери все дела. Ты у нас человек новый. А Петр Авдеевич Барашков здесь главным инженером был. И он эту фабрику по винтику после гражданской собственными руками собрал. А потом еще и реконструировал. И меня, дурака, уму-разуму учил, когда я после техникума пришел. Как у нас товарищ Сталин сказал, кадры решают все. Так вот, пока я отвечаю за фабрику перед партией и перед правительством, мы такими кадрами разбрасываться не будем. Петр Авдеевич!
Петр Авдеевич, все в порядке. Потрудитесь пока рабочим, покажете себя, а там посмотрим. Сегодня что, пятница? Пишите заявление, оформляйтесь. И с понедельника можете приступать. Хорошо. Здравствуйте. Мне бы посылку получить. Квитанцию давайте. Угу. Так, сейчас посмотрим. Тимофей! Помощник у меня новенький. Я Зинаида Павловна. Я вижу и слышу. Что стряслось там? Да ящики переносил, зацепился. Двери узкие. Угу. Ишь, какая цаца. Для меня не узкие, для него узкие. Ничего, привыкнешь. Не успею, знать, Павловна. Не осенью в армию. Успеешь. Сейчас июнь, да осень еще ого-го сколько. Давай, давай, поторапливайся. Водочки по случаю пятнички. Ну-ка, своей жене в огороде будешь. А я и говорю ей, ну куда вы? Следующий. Не задерживайте, гражданин. Ау, вы сюда спать пришли? Большую одну. Свободно. Интересно, у нас тут порядки. Свою тару дешевле, что ли? Само собой. Приедешь ты? Вроде того. Спасибо. Мне как обычно. А где твои раки, Игнатьевна? А раки мои все расползлись, товарищ Лазовец. Следующий. Дайте рыбки. Так. Давай, давай, давай. Знакомые все лица. Ты откуда здесь? Я ж тебя на десятку закатал. Извините, что не сдох. Звон унылый, давно прошлых дней пробудил, что было в юности моей.
чего у вас двери настежь? Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. В чем дело? А ты кто? Внучка ваша. Это ж надо было так напиться. Лиза? Лиза. И смотри, какая взрослая стала. Прям не узнать тебя. Совсем невеста. Я потом в магазин сбегаю, как откроют. А ты вот пока сахар бери. Чего отец сам-то не приехал? С работы не отпустили. Да. А ты чего такая сердитая? Мне к экзаменам готовиться надо, а меня сюда пригнали. Ну, экзамен дело серьезное. В какой институт поступаешь? В техникум. Вы бы погуляли где-нибудь, а я бы убралась здесь. Хорошо, хорошо. Как скажешь. В больном колодце, откуда хорошей воде взяться? Еще чего? Сейчас мы тебя поправим. Будешь как новенький. Здрасте. А? Привет. Выпускник. Как жизнь молодая, свободная? Нормально. Вы с колодцем прям как живым разговариваете. Ну, как же, как же. Это мой родственник. Близкий. Как так? А ты знаешь, как его называют? Ну, все знают. Парашка в колодец. Вот. А почему? Наверное, скотину поили раньше, мало ли. Эх, культура. Парашка Петр Авдеевич. Его выкопал. Это мой дед, в честь него меня и назвали. А Барашков Авдей Петрович, это мой отец. Новый сруб поставил, вот это. Понял? Буду знать. До свидания. Давай. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Преодолеть пространство и простор. А вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших сил. Хорошо поешь. Вы рано пришли, я еще не закончила. Да что ты все на вы, да на вы. Я ж дед твой. Помнишь, как мы с тобой в парке на карусели катались? Крутимся, крутимся. Тебе страшно. Ты в руку мою вцепилась и кричишь смешно так. Дедушка, дедушка. По вымытому не надо топтаться. До полы, пока я сам в состоянии помыть. Это лучше за учебники берись. Нечего по ночам сидеть. Сидишь у вас ночами, как же? Вы за свет-то давно платили? Ведь, господи, совсем из ума выжил. Вылетел из головы.
Идите ужинать. Чего? Еда готова. О. Мы в потемках сидим. Да будет свет. Ну как, нравится? Теперь можешь хоть до утра за книжками сидеть. Ешьте, каша стынет. Что вы скулите? Дайте послушать. Ядерный обстрел. Были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное Молотов. Нападение на нашу страну. Почему не Сталин? Является беспримерным в истории цивилизованных народов героизмом. Если посчитать количество всех видов энергии тел, участвующих в процессе, то кажется, что это количество есть величина постоянная. Энергия не исчезает и не создается. Она лишь превращается из одного вида в другой. Завет. Слышь, ты только не пугайся. Война началась. В этот тяжелый для Родины час, в эту суровую годину особенно важна пролетарская сознательность на всех уровнях, от рабочего до руководителя. Слово предоставляется директору фабрики товарищу Кравцову. Товарищи, я говорить речи не мастак. Да и времени на разговоры у нас с вами нет. Поэтому буду краток. Советскую землю топчет враг. На фронте ему дают отпор Красная Армия. Но и мы с вами в тылу не должны сидеть сложа руки. Поэтому наша с вами задача сегодня работать лучше, чем вчера. А завтра лучше, чем сегодня. Наша фабрика объявлена стратегическим объектом. Поэтому мы с вами вроде как на боевом посту. Все для Родины. Все для победы.
За работу, товарищ! Добрый день. Вот, принес. В соответствии с распоряжением. Тимофей, прими тут у гражданина. Сейчас, минутку. Здрасте, дядь Паш. Скажите, пожалуйста, а пришла телеграмма на фамилию Барашков? Может, затерялась где? У меня ничего не теряется. Телеграммы нет, значит, пишут еще. Привет. Меня Тимофей зовут. А тебя? Я на улице не знакомлюсь. Ты же Барашкова? Подумаешь, на почте услышал. Ты, наверное, Петра Авдеевича внучка, правильно? А ты-то откуда знаешь? Культура. В честь вашей фамилии целый колодец назван. Слушай, мне на работу вернуться нужно. Ты вечером сегодня что делаешь? Мало ли. Давай в кино сходим. Отличный фильм. Я смотрел. Пока другие на фронте фашистов бьют. Мне, между прочим, тоже скоро на фронт. Заявление подал. Из военкомата повестку должны прислать. Ну, так сходим. Еще увидимся. Сколько у нас еще есть времени? Думаю, немного. Здрасте. Надолго? Вам сообщат. До свидания, товарищи. Когда прибудут подрывники? Своевременно. Вы понимаете, что мы не успеваем вывести оборудование? Петр Андреевич. Да. А вы что здесь делаете? Работаю. До конца дня велено убрать. Так рабочий день закончен. Фабрика закрывается. Я думаю, что в первую очередь нужно заминировать пошивочный цех. Еще у нас есть склад. Вы, наверное, захотите осмотреть помещение. Конечно, заходим. Проводим. Ты куда это собралась? На вокзал. Домой поеду. Погоди, погоди. Телеграмм-то от родителей еще не было. Ну и что? Сколько можно ждать? Сказал, поеду. Значит, поеду. Ну, раз сказал, тогда совсем другое дело. Выходи, путешественница. Ты обманул меня. Ну ладно, ладно. Ты уж прости меня, старика. Поезд все равно уже ушел. Прости. Правильно мама говорила. Ты только о себе думаешь. А на других тебе плевать.
А хочешь знать, почему мы уехали? Потому что в 37-м всех подряд забирать начали. А у нас родственник — враг народа. Мы каждую ночь ждали, когда за нами придут. Мама посидела, хотя ей даже 40 не было. Меня в комсомол не приняли, и в институт теперь мне дорога закрыта. Мы не уехали. Мы сбежали. Я тебя ненавижу. Мне все понятно. Девушка, вы зачем здесь? А вы не подскажете, когда следующий поезд? Поездов теперь долго не будет. Как не будет? Почему? Немцы вчера разбомбили состав с беженцами и дорогу перерезали. Идите домой. Они там погибли все. В поезде. Женщины, дети. Совсем немного отъехали, и вдруг самолет. Если бы ты меня не запер, я бы тоже, как они. Дедушка. Не вешай нос, Лизавета. Руки есть, голова есть. Живы, здоровы. Как-нибудь перекантуемся. Со свалки-то зачем к нам в дом тащить? Люди выбросили, а ты подбираешь. Выбросить проще всего. А если эту вещь с умом подремонтировать, она еще много лет прослужить может. Стыдно же. Стыдно красить и попрошайничать. А это я сроду не делал, никогда и делать не буду. Смотрите,
вместе. Стой! Разойдись. Саня, достань воду из колодца. Андрюх, здесь. Угощайтесь. Свежее молоко. Ты чего стоишь, Саня? Просто водички-то. Благодарствую. Возьми, сын. Спасибо. Как водичка? Сладкая. Жидковата твоя армия, сынок. Да пейте, пейте молочко. Они ж пацаны совсем. О, вот, спасибо. Да не бойся, отец. Пускай немец к нам только сунется, мы ему сапатку-то начистим. Становись! С песни шагом марш! За наше счастье в грозный бой идут уверенно полки, готов на фронт идти любой. Сейчас мы все фронтовики. Идут полки со славою, за наше дело правое, за наш народ, за наш народ. Ну где, где, сколько можно ждать, да подождите вы, да подождите! Тихо, откуда я знаю? Мне правду привозят, я вешаю, читайте. Да погоди, Ктей, тоже мне грамотей нашел, читайте. Ты вот лучше скажи нам, почему в радио молчишь? Мы хотим знать новости. Семёныч, ну чего ты на парня нападаешь? Он-то здесь при чем? При чем? А на кого мне еще он нападать? Да ни на кого. Ты мне скажи, откуда новости передают? Ну, как откуда вот? Из Москвы, понятное дело. Правильно, из Москвы. Когда радиовышка работает, ее легко засечь. Это хороший ориентир для врага. Бомбить удобно. Ага. Но наши в Москве тоже не дураки там сидят. Когда опасно, радио не работает, вот и все. Ишь ты, не работает. Он прав. Послушайте его. Дело говорит. А ведь и правда. Вы что, военный? Да нет, инженер. Я не поняла. Вы что, хотите сказать, что немцы уже Москву бомбят? Барашка Фёдоров где здесь проживает? Здесь. А вы кто? Внучка. Дед дома? Да, он в сарае. А что случилось? Гражданин Барашков? Я? А чем вы тут занимаетесь? А всем понемножку. Вот, ремонтирую кое-что. Ясно. Давайте документы предъявим. Они в доме. Сесть хотите? 10 лет по статье 58. И что значит получается? Не успели выйти на свободу и опять за старенькой? Я что-то не понимаю. За какой старенькой? Не понимаете? Так я вам объясню. Поступил сигнал. Гражданин Барашков, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок 10 лет по статье 58, ведет подрывные разговоры.
Это кто это вам сказал? Ничего я не веду. Ведете, ведете. И сеете панику. Мол, немцы уже Москву бомбят. Припоминаете? Какая глупость. Я просто объяснил, почему радио не работает. Собирайтесь. Нищему собраться только, подпоясаться. Сарае на полке ящик. Листки, детали разные. В общем, не важно. Все, что там есть, выброси в сортир. Ясно? Позже мы с тобой свяжемся. Почему вы меня в лес не берете? Я комсомолец, я тоже немцев бить хочу. Уходить надо. Уходим. Ты не просто так сиди, а сиди и думай, на кого из твоих ребят положиться можно. Крепко думай. Все, бывай. Возьмите, а. Но вы же батю моего знаете. Вот поэтому ты и остаешься в городе. Нам надежные люди нужны будут. Дуй домой и жди. Береги себя. So halten. Jo, so ist es gut. Festnagel. Jetzt.
Und jetzt im Gleichschritt. Дедушка, что это? Новая власть со старой китайца. Собачки нет у вас? Здрасте. Здрасте. Собачки нет. Это хорошо. Ну, здрасте еще раз. Или по-новому, гутен так. Я к вам, Петр Авдеевич. Гутен так. Ну, гутен так гутен. Сейчас. Зрение. Возраст. Как вас теперь называть по должности? Ну что, меня зовут Александр Александрович, к вашим услугам. А я к вам по делу. Может, в дом пригласить, а то чего мы тут стоим? В ногах, как говорится, правды нет. Ну, теперь власть. Как прикажете. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Внучка ваша? И как зовут такую красавицу? Лиза. Очень хорошо. Чайком не угостите, Лиза? У нас нет ничего к чаю, магазин-то не работали. А ничего не надо. Просто чайку налейте, стаканчик. Чтобы за пустым столом не сидеть. Присаживайтесь. Угощайтесь. Да нет, я свои. Магазины заработают. Все заработает. Наконец-то порядок будет, Петр Авдеевич. Настоящий порядок, немецкий. Не то, что при советах. Давно уже пора, вы со мной согласны? Ну, порядок, дело нужное. Петр Авдеевич, давайте на чистоту. Вы же от советской власти-то пострадали? Пострадали. Так вот, теперь есть прекрасная возможность с ней поквитаться. Так нет больше советской власти-то. И слава богу, советской власти больше нет, зато есть новая власть. Вот и давайте поможем ей навести порядок. Спасибо. Да какой из меня помощник? Я ведь только недавно освободился. Сам не знаю, на каком я свете. Помощник из вас, Петр Авдеевич, замечательный. Вы обувную фабрику вдоль и поперек знаете. Красные хотели ее уничтожить, но мы предотвратили взрыв. И теперь намерены снова запустить производство, так что вы нам очень нужны. Спасибо. Ну, за доверие, конечно, спасибо. Только толку от меня не будет никакого. Фабрику мало знать. Надо производство крепко в голове держать. А я за 10 лет отсидки напрочь все позабыл. Квалификацию потерял. Так что... Напрасно. Скромничайте, Петр Авдеевич. Совершенно напрасно. Я ведь давеча слышал, как вы рассказывали о радиотрансляции. Это общая физика. Ее любой школьник объяснить может. В
производство – это совсем другое. Инженер головой должен работать. А я только разве что руками. Так что не обессудьте. Хорошо. Хорошо. За чай спасибо. Как-нибудь в другой раз. Я все понимаю. И торопить вас не буду. Но и с ответом тянуть тоже не советую. Мы такими предложениями не разбрасываемся. Но станете снова уважаемым человеком. Теперь власть новая. И жить надо по-новому. Мой кабинет в городской управе. До встречи. Товарищи, а кто последний? Я. Ой, я за вами буду. Помните анкету. Фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность. Потом порядки живого чуда. К любому свободному столу. Следующий. Привет. Привет. А ты писала, что комсомолка? Я не комсомолка. Как это ты не комсомолка? Так, не успел вступить. А ты комсомолец? Конечно. Здесь, наверное, не нужно этого писать. Почему это не нужно писать? Пускай знают. Следующий. Учились хорошо. Идите за мной.
преодолевая минные заграждения и баррикады, перебивают немцев из дотов и приспособленных для обороны... Залу сперва настоять надо было. Да? Точно. Я совсем забыл. Ты все знаешь. Молодец, молодец. Умница. Дедушка, я трудовые обязательства подписала. Какие еще обязательства? Где? В управе. Обязательства от добровольной поездки. Они хотят молодежь на работу в Германию отправлять. Да ты что, совсем дурочка? Я испугалась. Меня этот, ну, который к тебе приходил, Александр Александрович, увел в кабинет. Сказал, что тех, кто откажется и не будет подписывать, арестует. А потом лагерь, тюрьма. Что теперь будет? Ничего хорошего. Гражданин, а вы куда? Здесь вообще-то очередь. Да мне только спросить. Здесь всем только спросить. В чем дело? А, Петр Авдеевич. Я вас все жду, а вы все не идете и не идете. Это со мной. Проходите, пожалуйста. Я хотел по поводу внучки с вами переговорить. Она у вас какие-то обязательства подписала, не глядя. Но почему же не глядя? Лиза очень смышленая девушка. Она облегчила нам с вами задачу. Раз, и вы уже здесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Вы, оказывается, героическая личность, Барашков Петр Авдеевич. Сражались на прошлой войне. Неужели под мобилизацию попали? Я сам пошел. Вольно определяющимся. А, по убеждению, значит. Достойно уважения. Имели награды. Были в плену, вернулись уже при советах. Восстанавливали фабрику. Работали главным инженером. О, командировки за станками в Германию. Sprechen Sie Deutsch? На какой там шпрехен? Я все позабыл. Жаль. А то поболтали. Смотрите, как у вас хорошо все складывалось. Работа, семья, карьера, почет и уважение. А наши люди этого не любят. И что они делают? Они пишут донос. Ай-яй-яй-яй-яй, вы только полюбуйтесь. Клевета на советский строй. Неуважительное отношение к пролетариату, контрреволюционная пропаганда. Зачем же вы так, Петр Авдеевич? А хотите знать, кто донос написал? Да нет, не хочу. Воля ваша. Следователь Лазовец. Красивый у него такой почерк. И красивым почерком этот Лазовец нарисовал вам 58-ю статью. 10 лет! 10 лет за колючей проволокой! Это же страшно подумать! Как вам только выжить удалось, а, Петр Авдеевич? Напрасно вы упираетесь, Петр Авдеевич. На фабрике вам самое место. И вам хорошо. И внучку вашу никуда не увезут.
То есть вы категорически отказываетесь от сотрудничества? Ну, почему отказываюсь? Я не отказываюсь. Просто фабрика, это уже, как говорится, не мой масштаб. Так, ботиночки подлатать, кое-что отремонтировать. Всегда пожалуйста. Руки, ноги при мне. А вот и все, Петр Авдеевич. Теперь уже не отвертитесь. Это не я про ремонт сказал, это вы сказали. Сейчас мы только это задокументируем. Мне будет галочка для отчета, а вам лавочка. Сапожная, обувная, какая хотите. Потрудитесь на благо Великой Германии, людям пример подадите, и внучка при вас останется. Видите, как славно у нас все получилось. Да. Лазовец в сравнении с вами просто мальчик. Здорово. Здорово. Я смотрю, ты все. Чудесь. Устраиваемся помаленечку. В управе был, надоумили. Зарегистрируешься, говорят, и работай на здоровье. Быстро ты с новой властью-то наговорился. Я со старой договориться хотел. Она, видишь, подевалась куда-то. Ничего. Еще вернется. Что тогда делать-то будешь? Ну, вернется и поговорим. Только до этого еще дожить надо. Дожить. Ну, жди. Смотрелась? Вот еще. На эту? Немцы теперь свое кино крутят вечером для себя, а днем местных пускают. Может, сходим? Не сходим. Ну, конечно. Тебя же дедушка заругает. Угу. Стану я его спрашивать. Можете распространить. Угу. Может, потише? Фильм мешаете смотреть. Он же все равно на немецком. Лиз, ты чего? Ничего.
Это мода сейчас такая пошла, девушку в кино позвать, а самому с каким-то мужиком болтать. Да не с каким-то мужиком. Просто знакомого встретил. Вот и ходи с ним в кино. Ну и пожалуйста. Тоже мне. Дай пачку. Покупаем рыбку. Почем самовар? За полсотни отдам. Да побойся бога, дед. Он же старый. Старый, не старый. Такое, чем получше нового будет. Дай сюда. Моя внучка его полдня смородиной драйла. Не хочешь, не бери. Может, и дешевле найдешь. Ты чего это такой смелый? Документы есть? Ну, как-нибудь. Вот, началось разрешение на работу и торговлю. Все как положено. Дайкс. Да пойдем отсюда. Пусть удавится со своим самоваром. Солнышко-то ничего, да? Уже еще убежали. Цену на самовар сбросишь? Его молодой человек уже купил. Когда? Да, хороший товар, долго не задерживать. Берите, молодой человек, чем добро, пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Угу. Hey du, halt an! Ausweis. В чем дело? Опять сюда документ? Я же уже показывал. А бумага на велосипед есть? При чем здесь бумага? Это мой велосипед. Разрешение ездить на велосипеде? Слушай, ты... Понял. Разговор короткий. Мешок разрешите взять?
Давай, давай, бери. И что теперь? В управу обращайся. Будет разрешение, заберешь велосипед. Бассер, Тринкен. Нет, все. Туда встать. Это барашка в колодец. Мой дед его копал. Гроссватер. Бассер, Витешан. Фальшвинде. Wann ist der Standortwechsel geplant? Nachdem man schon etwas Genaues dazu gehört? Nein, nichts Neues. Bislang hieß es nur bald. Ist das genau genug? Was erkennen Sie überhaupt? Чего ты здесь делаешь? Совсем с ума сошел? Тише.
Пожалуйста, тише. Еще чего? Я сейчас кричать буду. Уходи сейчас же. Да тише ты. За мной немцы гонятся. Немцы? Селестовок, да? Ну, вроде того. Поймают, убьют. Так не туго? Будешь тут сидеть, пока комендантский час не закончится. Солдаты и офицеры. На всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника. Наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу Моравского острова в Чехословакии. В результате бомбардировки на территории железнодорожного узла возникли пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами. Кто там? Говори. Да я Тимофей. Тимофей? А ты чего здесь делаешь? Говори быстро. Мне патруль позвать, расплюнуть. Не позовете вы патруль. Это еще почему? Я им про приемник расскажу. Что вы Москву слушаете? Ох ты, щенок. Как заговорил. Я сейчас. Провода. Пойму. Лампы выброшу. И нет приемника. Пойди докажи. Давайте. Давайте, зовите патруль. Сами отсиживайтесь здесь. И целуйтесь с немцами, пока мы родину зачищаем. Это кто? Это мы. Комсомольцы, подпольщики. Испугал. Комсомольцы, подпольщик, говоришь? Выходи. Thank you.
Немцы за мной гнались. Я ж не знал, что это ваш двор. Решил спрятаться. Можно я тоже закурю? Обойдешься. Родители где твои? Мама умерла. А батя перед войной в командировку уехал. Что не слыхать? Что ж мне с тобой делать, самолец? Ты, Лиза, все, что сегодня ночью было, забудь. Ясно? Ясно. Ну, теперь ты. На глаза мне больше не попадайся. И к Лизе даже на пушечный выстрел не подходи. Ты понял? Понял, Петр Ильич. И чтоб духу твоего здесь не было! Кто такой? Здрасте. Почему здесь? Документы живо? Что с руками? Доброе утро, Александр Александрович. Чем это мой парнишка вам не угодил? Ваш парнишка? Да, Тимофей, помощник мой. Он и задержался, решил у себя оставить. А что у него с руками? Совал куда не надо. У меня же вокруг инструмент. В следующий раз умнее будет. Комсомолец? Да какой он комсомолец? Теленок еще. Обо мне все равно, лишь бы дело знал. А так парень сообразительный. А вы как? Я думаю, за туфлями, да? Все в порядке. Можно смотреть. А ты дуй домой, чтоб 9 то так, как штык был здесь. Давай. Понял, Петр Авдеевич. Елизавета, чайку организуй. Хорошо, дедушка. Давай. А я сам хотел к вам прийти, Александр Александрович. Туфли принести, да и просьба у меня к вам есть. У меня велосипед отобрали, вот, а ноги-то уже не те. Так что помогите мне велосипед-то вернуть, а? Уж будьте добры. Смотрите, парни, какая симпатичная русская. Когда второй месяц женщин не видишь, тебе и кобыла симпатичной покажется. Перестань, у этой все на месте. Но зад, конечно, поменьше, чем у твоей Марты. Да что ты знаешь про зад моей Марты? Добрый день, девушка. Как вас зовут? Очень красивое имя. Вальтер, она с тобой разговаривает. Это победа. Девушка очень храбрая, как я посмотрю. Правильно говорить, ферштейн-них. Вы свободны сегодня вечером? Шторм и натиск, Вальтер, шторм и натиск. Пошли.
вас из лоз. Что здесь происходит? Прекратить сейчас. Смирно. Мягче, мягче, мягче. Да. Вот, 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 вот. Подай сюда. Надо по самой кромке надо вести. Тимофей, быстро воды. Быстро. Новое ведро возьми. Лиза, что случилось, девочка моя? Как же ты так, а? Ну, тут аптечки, правда, у меня ничего нет почти. Ах ты, Господи. Ну, давай, посмотрим, а? Уйди! Уйди! Немцы, гады, сволочи, они меня... А ты с ними уходи! Что с Лизой? Что вы здесь делаете? Работаю. Значит, Лиза там, а вы, значит, работаете. Ну, работайте дальше. И без вас найдется, кому за Лизу отомстить. Ну, конечно. Это ты у нас знатный мститель. Одной левой Гитлера на обе лопатки. А ну сядь. Работу закончили. Давай домой. И что без глупостей? Черт знает, что такое у вас тут происходит. Сначала листовки, теперь взрыв казармы, и я должен лично ехать в эту дыру, чтобы разбираться? Погибли солдаты, причем не на фронте, а в мирном городе. Возникает резонный вопрос, кто виноват в том, что произошло? Вы прекрасно говорите по-русски, господин оберштурмфюрер. Оставьте свои комплименты при себе. Я вырос в России. Если бы не красные. Оставьте чемодан здесь. И заберите это, пожалуйста. Благодарю. Ну что ж, задам свой вопрос иначе. Что лично вы, как резидент Абвергруппы, сделали для обеспечения порядка в тылу немецкой армии? Я всемерно содействую, господин оберштурмфюрер. Работаю с местным населением, привлекаю к сотрудничеству. Выявляю неблагонадежный и потенциально опасный элемент. Привлекаете, да?
да? Скажите мне на милость, откуда взялся диверсант, который взорвал казарму? Откуда у него взрывчатка? Сколько у него сообщников? Кто они? Не могу знать, господин оберштурмфюрер. Можете. Более того, вы обязаны это знать. Сколько людей вы привлекли к сотрудничеству? Вот у меня здесь. Я подготовил докладную записку, но люди очень плохо идут на контакт, боятся, выжидают. Активнее надо работать. Тоньше, жестче. Особое внимание уделять обиженным советской властью. Каждый, кто пострадал от прежнего режима, должен стать нашим верным помощником. Плацдарма противника на восточном берегу Одера. Сильным огнем и контратаками гитлеровцы стремятся удержать свои позиции. За день боев уничтожено более 3000 немецких солдат и офицеров. В Бреслау наши войска вели бои по ликвидации окруженного гарнизона противника. Советские штурмовые группы, преодолевая минные заграждения и баррикады, выбивают немцев из дотов и приспособленных для обороны домов. В течение дня противник потерял только убитыми 1200 солдат и офицеров. Was hört man von den Schweinen, die den Bombenanschlag verübt haben? Einer von ihnen wurde von Thomas auf der Stelle abgenutzt. Echt? Und das hat mir gesagt, der hat ihn gemacht. Natürlich. Eine Woche lang wird jetzt schon gestritten. Wer ist tatsächlich wahr? Was ist mit den Komplizen? Hat man sie auch geschnappt? Ich weiß nicht. Muss man Uwe fragen. Er ist immer auf dem Laufenden. Дурацкая история с этой девкой. Но сейчас это все уже закончилось. Да, слава богу, все позади. Но с полковником ты не был так смел. Естественно, был бы ты на моем месте. Он отругал меня, как непослушного ребенка. Понимаешь меня? Ладно, забудь. Хороший мальчик. Привет, Вальтер, как поживаешь? Не спрашивай его, лучше не надо. Но как было? Она вскрикнула, когда я ее шлепнул по заднице. Да ладно тебе, я на нее смотрю, она на меня. Не может быть, ну ты даешь. Рассказывай, что было дальше. Ну что-что, Шнайдер нас заметил и наорал. Да ладно, ребята, простите. Дай прикурить. Вот, держи. Спасибо. Уви, не грусти. Нам надо радоваться, мы же победители. Победители? Ну тогда за победу. И мне дай. Эй, что с ним? Что за дерьмо? Помогите ему кто-нибудь, быстро. Врача, быстрее сюда. Что случилось? Голову держите выше. Воротник расстегни. Вальтер, держись. Дыши, дыши. Это все чертова вода, проклятые русские. Врача, приведите быстрее.
В голове не укладывается. Отравить колодец средь бела дня, при вооруженной охране. Как это вообще возможно? Вы плохо выполняете свою работу, Александр Александрович. Проделана большая работа. Собран материал на всех жителей, обиженных советской властью. И цена этой работе ломаный грош. Ну или выеденное яйцо. На ваше усмотрение. Такого народу вообще мало. А политических товарищей из НКВД вычистили. Товарищи работали грамотно. И вам не грех бы у товарищей поучиться. Какую селекцию провели. Зато уцелевший на вес золота. Их же еще ломать надо. Один барашков чего стоит. Я к нему и так, и сяк. Старый он, упрямый как черт. Видел я досье на Барашкова. Он один этой всей вашей шантропы стоит. Сам с ним поговорю. Прикажете доставить? Не трудитесь. Я уже распорядился. Здравствуйте. Здрасте. Барашков Петр Авдеевич. Я насчет велосипеда. Заявление пишите. Велосипед вернули. Смотри-ка. Везет тебе, дед. Барашков Петр Авдеевич? Правильно? Он самый. С нами пойдете. Велосипед оставьте здесь. Куда, дед? Хочу велосипед соседу оставить. Не пропадать же добро. Я сейчас. Здорово, Семенович. Держи. Вещь хорошая. Знаемся ездить и ездить. За что они тебе? И во что. Присмотри за Лизой, чтобы глупости не наделала. Побывай, Семенович. Давай. Я закончу. Здесь все, кто зарегистрирован вчера. Здрасте. Здрасте. Зарегистрироваться мне. Трудиться хотелось бы на благо. Ну, так сказать, для пользы дела. Что-то вы долго думали. Заполняйте. Так. Стоять! Сторожи, схожу, узнаю, куда сдавать арестованного. Чего это он? Лагерник. Дед, а, дед? А правда говорят, что ты десятку отмотал? Кажется, куда-то идти собирались. Ну вот и идите. Он чего, послал меня, что ли? В чем дело? Вот за неподчинение. Идиоты, Петр Авдеевич, это ужасное недоразумение. Вы ответите за это. Простите, Бога ради, Петр Авдеевич. Пойдемте. Идемте. Пять с нами. Арестовать.
За что, господин офицер? Ну, вы же видите сами, с кем приходится работать, Петр Авдеевич. Ну, сказано им, пригласить уважаемого человека на беседу. Они вас под конвоем, да еще через весь город. И рукоприкладство. Ну, это же... Это полное безобразие. Да. Да я не в претензии. Ошибка вышла. С кем не бывает. А вот здесь вынужден с вами не согласиться. Подобные ошибки ведут к очень серьезным нарушениям. И вот, кстати, чтобы они впредь больше не повторялись, нам нужны вы. И такие, как вы. Так вроде насчет фабрики все выяснили. Фабрика обойдется без вас. Среди местного населения мы создаем комиссию по выявлению лиц, потенциально опасных для новой власти. И вот тут вы со своим чутьем и опытом будете нам очень нужны. Так я здесь уже 10 лет не был. Город изменился, люди изменились. Кого-то я не помню, многих вообще не знаю. Угощайтесь. Спасибо. Петр Авдеевич, вы узнаете этого человека? Ну так что, вы... Узнаете его или не узнаете? Узнаю, как мне узнать. Следователь Лазовец. Из райотдела НКВД. В 31-м году он вел мое личное дело. Аккуратно. Красивым почерком. Точно Лазовец. Хотя я с именем могу напутать. Это не важно. Фюр. Овести. Петр Авдеевич, протокол опознания подпишите. Вот видите, Александр Александрович, как все просто. Только что на ваших глазах Петр Авдеевич Барашков подписал договор о сотрудничестве. Так? Семенович! Павдеевич! Это чего ж тебя? Да, никак отпустили. Да меня не забирали вовсе. Ошибка вышла. И то дело. Авдеевич, а тут... Я ведь тоже это регистрироваться решил. Вот. Ну, пошел к ним, они говорят, нет. Дескать, у вас уже возраст не тот. Вам регистрация ни к чему, живите так. Вот. Ну, а как тут жить-то? Работы нет никакой. Ну, что жить? Я вот что подумал. У тебя нет ли какого-нибудь документа или там, я не знаю, разрешения, чтобы можно было беспрепятственно из города выйти? Да нет. Но я могу выправить. А можешь? Вот это. А тебе зачем? Здравствуйте. Здорово. Ну, выкладывай, с чем пожаловал. Ага.
Значит, вот так. На. Выкладываю. В связи с этими, с последними событиями, тут у нас, эх ты, дьявол, перебои с солью наметились. Вот. По деревням говорят, эту соль днем с огнем не сыщешь. Баба на базарах плачет. Соль нынче дороже золота. Вот. Ну, а без соли, сам знаешь, какая жизнь. Теперь твоя задача. Ездишь с ней по деревням. Меняешь соль на продукты. Потом приезжаешь, и я уже решаю, как этими продуктами распорядиться. Да я золото говорю, да? Ну. А самого-то откуда это богатство? Вот. Это, как говорится, маленький секрет бывшего снабженца. Anhalten. Остановитесь. Ausweis. Aufziehen. Поднимай. Чего заявился? Дед тебя не звал? Так он уехал. Мастерская должна работать. Нехорошо, если люди придут и в закрытую дверь упрутся. Ишь, добренький какой. О людях он заботится. Лиз, я все понимаю, но со мной ты зачем так? Потому что ты таракан. Чего? Немцев он бить грозился, с листовочками бегал. А сам такой же, как дед. Оба вы тараканы. В лавочку свою забились и сидите там, за немцами крошки подъедаете. Если хочешь знать, мы с другими комсомольцами... Хватит врать! Вот тут сало копченое и яйца. Больше нет ничего. Что это вы? Ничего. Корми детей своих. Пошел. Так. Ага. Угу. Ну, вроде как все путем. Ага. Ну вот. Все по-честному, как договорились. Семенович, а что ты себе больше-то насчитал? Так... Мы договаривались как пополам. Ну, дай сюда, пополам. Ну, так... А ты привез-то меньше, чем договаривались? Ну? А мне, кстати, еще и вон... За лошадь с телегой причитается. Вот оно так и будет. Жучара ты, Семенович.
Пойду, пожалуй. А то комендантский час скоро, улетишь еще. Хреново из тебя пока. Коммерсант получается. Обидеть. Какой есть. Да. Товарищ, областной штаб партизанского движения отметил наши первые успехи в борьбе с гитлеровцами. Но этого мало. По всей оккупированной территории разворачивается рельсовая война. Враг продолжает рваться к Москве. Не только земля должна гореть у него под ногами. Диверсии на железной дороге помешают немцам стягивать свои силы для наступления. И теперь самое главное. Временный штаб одной из войсковых группировок собираются развернуть в нашем городе. Для руководства штабом к нам прибывает генерал. Генерал фон Дитрих. Наша задача вместе с городским подпольем уничтожить его. Во что бы то ни стало. Любой ценой. Пропустить. Добро пожаловать в наш забытый богом городок, господин генерал. Боитесь, что в вашем послужном списке будет указан никому неизвестный русский город? Но согласитесь, география многое определяет. У вас позади Франция и Бельгия. А я? Я рискую так и просидеть в этой дыре до конца войны. Не переживайте. Скоро все закончится, и русские в конце концов будут раздавлены. А у вас появится шанс войти в историю. Говорите, вы здесь недавно? Для этого города и месяц. Уже слишком много, господин генерал. Ваши коллеги в Польше и других западных областях первым делом учат славян проявлять уважение к немцам. Мы ехали мимо многих русских. Они видели нас, но ни один не поклонился. Виноват, господин генерал. Постойте. Да-да-да, идите сюда. Идите сюда. Да-да-да. Скорей. Ну что вы стоите? Кланяйтесь генералу. А что тут? Надо, да? Надо. Так, ниже. С этого начинается любой порядок. Каждый должен знать свое место. А что у него в мешке? Что у вас в рюкзаке? А, так по хозяйству. Все по хозяйству. То, что надо. Проверить мешок. Пока что я совсем не в восторге от нашей встречи. Так. Thank you.
Ты что делаешь? Всё, Павловна. Всё, я не могу больше, мамочки. Ничего, как там она? Рожает она, схватка у неё. Как рожать-то? Я ж думал, ей через неделю. Думал, думал, прячься давай, сейчас повитуха придёт. Ну, еще немножко, еще капельку. Все, я не могу больше, мамочка. Здравствуй, Зина. Давно схватки? Давно. Будем рожать. Так. Мне нужна вода. Все чувствуем. Раскладывай, раскладывай. И вот и сейчас прям сюда. Так, милый мой, сюда скажи. Так, дыши, родненький мой, давай. Умница. Давай, дыши. Тушься, тушься. И дыши. Вот ты прям, правда, давай. Вот умница. Вот умница. Вот. Ну, бабушка, принимай пополнение всему вашему семейству. А Степан-то там как? Жив, нет? А кто ж его знает? Пойду, да? Двигай домой. Комендантский час скоро. Я завтра пораньше приду. Приходи, работы хватает. До свидания, Петр Авдеевич. Бывай здоров. Ja, Nacht ist was für mich. Ist heute Nacht wieder alles ruhig. Wäre das immer so, hey. Такой. Здрасте. За сапогами. Какие сапоги? Я уже закрылся. Приходи завтра. Мне сейчас надо. Ну, не мог я раньше. Дочка у меня родилась. Вот. Только что. Дочка. Да. Пожалуйста, дед. Ну, давай. Раз такое дело. Подожди здесь. Я сейчас.
Спасибо. Эй, стоять! Стоять, я сказал! Я его не вижу. Где он? Тут, под телегой. Давай сюда, быстро. Вот он, руки вверх. Ты кто? Имя, быстро. Садитесь в коляску. Сапоги связанные лежали. А, вчера человек какой-то приходил, заказ требовал, дедушку ему, наверное, отдал. Мы с вами стали чаще встречаться, Петр Авдеевич. При других обстоятельствах мне даже бы это нравилось. Не догадываетесь, почему вы здесь? Так ваши люди не говорили. Я не спрашивал. Надо, значит, надо. Узнаете? Моя работа. Я здесь целиком подметки менял. Кому меняли? Мужчина. Размер ноги 43. Угу. И кто он, вы, конечно же, не знаете. Так откуда? Я ведь не с обувью работаю, а не с людьми. Петр Авдеевич, хозяин этих сапог приходил к вам вчера вечером. Эти сапоги отдали ему вы. Лично вы. А потом он был задержан за нарушение комендантского часа. Пытался бежать, но его поймали. Документы оказались фальшивыми. Ночью с ним хорошенько поработали, и он сознался, что состоит в партизанском отряде. Вот вы мне скажите, Петр Авдеевич, ну вот зачем? Он выбросил сапоги, когда пытался бежать. Зачем ему надо было избавиться от обуви? Не подскажете случайно? Нечего мне вам сказать, господин хороший. Откуда ж я знаю, кто партизан, а кто нет? У большевиков ко мне конкретные претензии были. Немцев хвалил. Своих ругал. Перед вами-то я в чем виноват? Давайте не будем играть в оскорбленную невинность, Петр Авдеевич. Чтобы забрать обувь, человек идет через весь город на ночь глядя с риском для жизни. Зачем?
Понятия не имею. Что там? Что-то мне мешает в это поверить, Петр Авдеевич. А у вас с рукой проблемы, да? Когда вы волнуетесь, она у вас потрясывается. И вы прячете ее в карман. Фестнемен. Арестовать. Ты вроде как опытный. Как думаешь, надолго вот это все? Ты про что? Да, про что. Вот это все. Не могу я. Ровно кот какой. Немцы народ прижимистый. Они невиновных за казенный счет кормить не будут. Так что не дергайся. Ну, так... Отдыхай. Точно. Не будут. И вы вот так спокойно являетесь ко мне, чтобы сообщить о диверсии? Никак нет, господин генерал, неспокойно. Я лично побывал на месте. Вы лично должны были навести здесь порядок. Здесь, в тылу, порядок должен быть абсолютным. До наступления остались считанные дни. Еще вчера я был уверен в том, что у меня есть целый эшелон танков и топлива. А сегодня ко мне, как ни в чем не бывало, являетесь вы и сообщаете о том, что весь эшелон сгорел. Кто теперь пойдет в бой вместо них? Вы? Господин генерал, я уже вызвал зондеркоманду для борьбы с партизанами. Я делаю все возможное, чтобы... Ведь это вы, СС. Или я должен вас учить, как держать под контролем местное население? Уже давным-давно пора вызвать сюда всех и делать все возможное. Русские должны бояться поднять голову, а о помощи партизанам и речи не может быть. Я воль. Так точно. Можете идти. Так, Сибаланда. Одна вода. Проверяли Стась. Пащенко. Я. На допрос. Барашков. Я.
Уборка камеры. Слушаюсь. Остальные с вещами на выход. Слушай, Семенович, ты загляни к Лизе, успокой ее. Да, ты не боись, я сделаю. Молчать. А, так, не боись, сделаю. Запомните все. Это нарушители порядка. И нам не важно, кто из них партизан, а кто нет. Потому что каждый нарушитель порядка – это пособник партизан. Кто не помогает нам, тот помогает им. А значит, любой из вас может оказаться на этом месте. Каждый, кто нарушает порядок, будет наказан. Запомните это, каждый. Аузен, начинайте. Пощадите! Лиза, твой дед, он, наверное, предатель. Что ты такое говоришь? Ерунду говоришь. Это ошибка была. Он за эту ошибку уже наказание понес. Он Степану сапоги отдал, так? Ты сама сказала. Ну да. У них мины были. Какие мины? Откуда? Я положил. Он сапоги отдал. И Степу сразу арестовали. Пытали всю ночь. Так дедушку тоже утром арестовали. Арестовали? На мотоцикле увезли. Я сам видел. И когда всех вешали, деда твоего не тронули. Степа только-только дочка родилась. Он ж потому и опоздал. А теперь его повесили. А деда твоего не повесили. Thank you.
Слышь, друг, спишь? Ощухался. Ну вот и да. Тебя звать-то как? Барошков Петр Авдеевич. А тебе зачем? Убьют меня завтра, Петр Авдеевич. Либо прямо на допросе, либо расстреляют. Либо повесят. Как этих всех. Кого? Ну, тех, кого на выход с вещами с утра. Их повесили? Господи. И меня завтра тоже. Не Пащенко, я слышу. Ковальчук моя фамилия. Старшина Ковальчук Николай Анисимович, 13-й год, запомнишь? Зачем? Меня завтра точно в расход пустят. А тебя, может, и нет. Потом расскажешь нашим, что, мол, был такой, чтобы под своим именем поминали. Мы, когда с ребятами, кто от взвода остался, из окружения пробирался туда-сюда, все это немцы. Партизаны наткнулись. 2 месяца с ними фрицев били. Потом решили объединиться с местным отрядом. Я на связь пошел, меня, видишь, сцапали. Кончат завтра. Я только по документам, Пащенко. Ковальчук Николай Анисимович, 13-го года рождения. Запомни. Господи. Димочка. Не уходи, пожалуйста. Уходи, пожалуйста. Я же с ума сойду. Не бросай меня, пожалуйста. Заключенный Барашков по вашему приказанию прибыл. Можете идти. Во-первых, доброе утро. А во-вторых, никаких обвинений вам пока не предъявлено. Семёныч, соседа моего. За что повесили? Же мухи не видят. С
Зря вы так на меня смотрите, Петр Авдеевич. Идет война. А на войне все делятся на друзей и врагов. Кто не друг, тот враг. А враг подлежит уничтожению. Вот ваш сосед, он враг. А вы? Пасье. Берите. Угощайтесь. Это настоящее французское. Да. Пащенко, который со мной в камере, он не Пащенко. Не Пащенко. Интересно. А кто же он тогда? Красный командир. И связной партизан. Старшина Ковальчук Николай Анисимович. 13-го года рождения. Николай Анисимович, 13-го года. Прекрасно. Я в вас не сомневался. Сейчас вы получите пропуск, и вас отвезут домой. Спасибо, я сам дойду. Нет, я еще не договорил. Вас отвезут домой. Вы приведете себя в порядок и поедете. Куда? Вы же у нас член комиссии по выявлению врагов Рейха. Вот и будете выявлять. Здороваться не хотите? Здравствуйте. Доброе утро. Чего стоишь? Делом займись. Ты пойдем со мной. Тебя били? Ну да нет, отлежал. Куда ты с ним едешь? В лагерь пленным. Да иду, иду. Счастливо оставаться.
Поторопитесь, Петр Авдеевич. Вот видишь, я был прав. Остановиться. Господа, выходим. Приехали. Военными занимается спецотдел Абвер. Но нас интересуют также гражданские. Не у всех есть документы. Кто-то мог назваться чужим именем и так далее. Ваша задача – опознать среди них коммунистов, советских активистов и прочих врагов. Здесь вы в полной безопасности. Вон тот в сером пиджаке. Еще вон тот в кепке. Там с края бочком стоит. Александр Александрович, этих спецчасти распорядитесь. Есть. Люди, имеем право, и вы нам не указ. Ну, вон отсюда. И чтоб ноги твои здесь не было. Я сказал, марш домой. Я его люблю. Мы любим друг друга. Ах, любите. Война скоро кончится, и мы поженимся. Ну, что ты сначала доживи до конца войны. Жених сопливый. Вон отсюда. Хорошо. Сейчас я уйду, но... Вон! Сейчас быть здесь. Есть господин генерал? Господин генерал!
Привет. Здорово. Этот гад приезжает обедать ровно минуту в минуту. Караульные меняются ровно 12. Закурить есть? Тут такое дело. Что? Авдеич предатель. Кто сказал? Он про сапоги знал. Значит, он Степана выдал. И потом он к немцам в лагерь ездил, там двоих повесили. Нужно в отряд сообщить. Сделаем. Только Лиза, внучка его, она ни при чем. Она мне помогает. Это я понял. Все. Бывай. А вы, я смотрю, и правду на все руки. А у меня для вас работенка имеется. На то и мастерская. Дело ответственное. И как бы это сказать, деликатное. Наш начальник хочет наладить отношения с генералом. Это с каким же генералом? Генерал у нас один, Петр Авдеевич. Самый лучший. А вот мебель на его квартире так себе. Я нашел роскошную кровать. Дерево, резьба. Но местами она того. Не новая. Лак потерся, трещинки, скрипит. Хорошо бы ее отреставрировать, Петр Авдеевич. А? Скажите, это просьба или приказ? Ну тогда чего? Разговор разговаривать. Везите, посмотрим. Вот и ладушки. О вознаграждении не беспокойтесь. Я все понимаю, договоримся. Вы мне, я вам. Спасибо. День добрый. Тихо. Сядь. Товарищ, пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Давай. Приговор. Пожалуйста, пожалуйста, я вам любые показания, все, что хотите. Именем трудового народа Союза Советских Социалистических Республик мы, партизаны-комсомольцы, приговариваем Синичкина Александра Александровича к смерти через повешение. Не надо, не надо, пожалуйста, товарищи, не надо, не надо. Я вас умоляю, не надо, пожалуйста, товарищи, не надо, я вас умоляю. Генерал. Господин генерал, на связи начальник группы Абвера. Почему мне приходится вас разыскивать? Об убийстве мне уже доложили. Причем не вы. Это все отговорки. Как я могу наступать, когда на соседней улице разгуливают партизаны? Найти и уничтожить. Вам ясно? Выполняйте. И
Ненавижу штабных крыс. Нацепили военную форму и думают, что война — это прогулка в белых перчатках. Соедините меня со штабом. Вы Александр Александрович давно видели? Вчера. Да, он приходил по поводу ремонта кровати для генерала. Вот жду, когда привезут. Можете не ждать. Убили его. Как убили? Кто убил? Не знаю. Не знаю, но узнаю. Узнаю и найду. Не извольте сомневаться, Петр Авдеевич. Найду и вздерну. А с ними еще человек 20 заодно, чтобы впредь никому не повадно было. Кровать вам доставят, я распоряжусь. Комендатору. Руки вверх. Я сказал, руки вверх. Руки. Руки ему свяжи. А ты иди к воротам. Сейчас вы нам ответите на несколько вопросов. Нечего ухмыляться. Нам ваш приятель перед смертью рассказал, как вы немцам следователя выдали. Было такое? Так это вы его, дурачье. Вы же маленькая сошка. Из-за вас немцы полгорода перевешать могут. Отвечайте на вопрос. Вы, Петр Авдеевич, следователя выдали. А потом и Степу с миной. Ну, во-первых, я следователя не выдавал. Я его только опознал. Это две разные вещи. А во-вторых, немцы прекрасно знали, что он за человек. Просто меня решили испытать. Ваш Степан сам виноват. Нечего было комендантский час по улицам шастать. Кстати, мины у него не нашли. Я их припрятал от греха. Вон то ведро, посмотри, с варом. Ну, пощупай. Точно мина. Ребят, там немцы. Быстро режь, режь! Что стоишь? Иди, иди открывай. Ставь ведро на место.
Быстро снимайте обувь. Где молоток? Разувайтесь, ботинки снимайте. Вот он так, офицер. Репаратурим. Вот ремонтируем. Да, мы привезли кровать по распоряжению господина оберштурмфюрера. Заносите. Где можно присесть? Я воль, офицер. Ну чего сидеть? Давайте, бегом отсюда. Давай, быстро. Простите нас, Петр Авдеевич. Я подумал, что вы обиделись на советскую власть за то, что вас посадили. Ну, поэтому с немцами. А ты не путай власть и родину. Город наш, улица, этот дом. Барашка в колодец. Ты, Лиза, родители твои. Вот это моя родина. А эти пришли, все здесь испоганили. На внучку руку подняли. Друга моего повесили. Этот человек, красный командир Николай Ковальчук, он был обезврежен благодаря бдительности граждан города. Напоминаю вам, ни один из тех, кто попытается оказать сопротивление новой власти, не уйдет от расплаты. Ни один. Военно-полевым судом Николай Ковальчук приговорен к расстрелу. Разойдитесь. Все, расходитесь по домам. Заплатят, коллег. За все заплатят. Стреляйте в него! Я его не вижу! Стреляй же! Так мы сейчас вроде как не до разъездов. С ремонтом кровати надо поскорее закончить. Успеете, Петр Авдеевич. Успеете. Вернетесь и закончите. Времени-то у вас это отнимет всего ничего. До леса прокатитесь и назад. До леса? До леса. Так я же за версту объезжаю. От чего же? Боюсь. Партизан боюсь. Они с теми, кто с новой властью особенно не церемонится. Подстрелят, как зайцы, и весь разговор. Ну,
вот. Вот и поможете нам от них избавиться. Доставите в лес одного нужного человека. А почему я? А почему не вы? Вы же у нас законопослушный гражданин. Верный помощник новой власти. Ведь так, Петр Авдеевич? Ты? Живой, значит. Поехали, поехали. Слышь, дед, далеко еще? Согрелся. Приезжай, головой не крути. Я его в тюрьме-то сразу раскусил. Его с допроса вроде как полуживого принесли. Он в лицо от меня дыхнул, от него так шкварками и прет. Подкармливали гниду. Картошкой на сале жареной. А я там, на площади, стоял и думал. Все, совсем из ума выжил. Такого героя немцам выдал. Теперь хоть сам в петлю лезь. А потом начальник-то мне и... Надо было сразу мне сказать, когда вам велели его в лес отвезти. Откуда ж я знал, что это он? Я думал, мне опять проверку устроили. Я с утра в отряд. Вы тут берегите Лизу, Петр Авдеевич. Ты сам-то будь поосторожнее. Возвращайся. Стой! Руки вверх! Оружие есть? Нет. Я от немцев сбежал. Сутки плутаю. Мне с вашим командиром поговорить надо срочно. Повернись. Я еще 3 недели назад должен был до вас добраться. Но у меня по дороге немцы сцапали. Потом в тюрьме какая-то сволочь выдала. Чудом ушел. Думал, все. Наслышаны про ваш побег. Откуда вы знали, где нас искать? Ну так, земля слухами полнится. Да и немцам вы даете прикурить. Шум на весь район. В город прибывает зондеркоманда СС. То ли из Польши, то ли из Белоруссии. Поодиночке они нас быстро прихлопнут. Так что мы предлагаем менять расположение баз и объединяться. Ну, допустим. А почему именно вас прислали? Так у нас военных в отряде. Только я да ребята из взвода. Остальные гражданские из деревни.
На них наткнулись, когда из окружения выходили. А показать сможешь, где это было? Так точно. Мы предлагаем объединиться здесь. Отойти вот сюда. Места лучше не найдете. Овраги, бурелом. Черт ногу сломит. Немцы артиллерию туда не подтянут, а мы можем двумя отрядами их клещи взять. И такого дать, что потом кости не соберут. Что скажешь? Логика есть. Михалыч, на минуту. Из поселка пацан. Говори быстрее, что за пацан? Простите, у вас закурить не найдется? Не курю. Это правильно. Я все никак не могу бросить. Все время на стенку лез, теперь, значит, здесь. Я к вам напрямки хотел пройти. У меня есть сапли. А если небольшой круг дать, по времени длиннее, но зато безопаснее. Теперь главное, чтобы немцы нас кругом не обложили. Ковальчук Николай Анисимович. Так точно. Фамилия Пащенко вам ни о чем не говорит. Да он это! Да погоди ты! Стой! Встаете с кем-то! Убегаем! Все сюда! За ним! Готов! Что с ногой-то? Ну так, ранее слегка. Да. Я давно не слышал хороших новостей. Убийца вашего сотрудника до сих пор не найдена. Господин генерал, зондеркоманда уже контролирует участок леса, где находятся партизаны. Я не могу больше ждать. Если это произойдет, они отбросят моих солдат. И тогда тут всех прикончат. Сказал хромой, хорошая мишень. Не уставили! Мы все вместе должны были стрелять, как договаривались. Тогда бы в этого генерала точно. А так... Ну, тут ты, сынок, ну... Успокойся. Приказ был генерал любой ценой.
Они там лежат. Эта тварь живая. Что было бы лучше, если бы ты рядом с ними лежал? Вот немцы бы обрадовались-то. Нет, брат, так дело не пойдет. Не пойдет. Ничего. Я еще до него доберусь. Вот что. Уходить тебе надо отсюда сегодня. Возьми мою телегу. Я тебе дам свой пропуск. Вроде как бы по деревням за товаром. Что, ты мне из отряда толовых шашек вези. Я думаю, что 10 хватит. На, держи. Легко сказать, 10 шашек. Зачем его? Господин генерал. Какая трогательная сцена. Простите, что помешал. Где ваш подмастерье? Понятия не имею. Который день на работу не выходит, паршивец. И вы, конечно же, тоже. Ничего не знаете об этом прекрасном, милом, молодом человеке? Нет. Еще ничего. Пусть только придет ему волю к чертовой матери. Ну, вы, главное, не дайте знать, когда он появится. Чем раньше это произойдет, тем скорее ваша внучка вернется домой. Немензи! Заберите ее. Подождите, в чем дело? Товарищ начальник, при чем здесь она? В лагере будет сидеть. Дружки этого парня стреляли в меня и в генерала. Вам еще что-то непонятно? Апфель! Увести. Дедушка! Петр Авдеевич, избавьте меня от этих душераздирающих сцен. Кровать готова? Показывайте. Неправильно себя ведете, Петр Авдеевич. Совсем неправильно. Несите бережно. Загружайте в кузов аккуратно.
stehen bleiben. Ausweis. Oh. Bitte. Los, weiter. Weiter so. Что ты хотел? Сапоги менять, обувь менять. Солдат, я офицер. Шуя, Тауш. Шуя. Это вот. Бита, бита. Вот. Бита. Вот. Шуя, Шуя, Тауш. Тауш, держи. Я. Alles klar. Danke schön. Ja, bitte schön. Komm durch. Видится ли ты, выдашь, какая разница? Если бы хотелось, я сразу выдал. Пусти! Если тебя свои до сих пор не выдали, значит, хороший ты командир. Сбежать сможешь. Возьми 3-4 надежных ребят и ходу отсюда. Я помогу. С чего вдруг обо мне такая забота? Да и не только о тебе. В женском бараке моя внучка, барашка, вылезает. И переправить партизанский отряд надо. Всего-то делов. Выйти отсюда. Да я этот лагерь как своих 5 пальцев знаю. Мы его для детишек строили. Вон тот хозблок, видишь? Там есть подземный лаз. Прям выходит к забору. Понял? Повторю свой вопрос, Петр Авдеевич. Почему сразу после того, как вы побывали в лагере, оттуда смогла сбежать группа заключенных? Ну, откуда ж мне знать? Я ведь только сапоги менял солдатам. Ну и самогон приносил. Грешен. Почему? Из всех женщин беглецы прихватили только вашу внучку. Может, приглянулась. Красивая она у меня. Слишком долго я тянул. Много вопросов накопилось. Насчет того парнишки, комсомольца, которого вы выдавали за подмастерье. Насчет пропавшего Ковальчука. Что скажете, Петр Авдеевич?
Сапоги у вас хорошие. Не жмут? Гутен так. Добрый день. Здравствуйте, господин генерал. Как вы себя чувствуете? По вашей милости, я не могу встать с кровати. Командовать операцией я буду лично. Но нельзя же появиться перед солдатами в домашних тапочках. Ни один сапог не налезает на мою чертову ногу. У вас здесь сапожник есть? Есть, но... Какие могут быть но? Господин генерал. Сапожник замешан в организации побега из лагеря. Также есть подозрение, что он пусть перешьет мои сапоги и делайте с ним, что хотите. Надеюсь, вы в состоянии проконтролировать хотя бы одного человека, пока он будет выполнять работу. Позвольте себя в порядок привести, господин начальник. Неудобно, как в таком виде. Все-таки не абы кому, к самому господину генералу едем. Он у нас один, к тому же самый лучший. Собирайтесь, у вас 5 минут. Простите, нигде не жмет? Жмет где-нибудь, господин генерал? Нет. Хорошая работа. Он доволен. Я понял. Вы позволите?
Это еще зачем? Вас на... Что еще? Ну да, баром швы промазать. И все будет просто люкс. Необходимо промазать швы. Понимаю. Только вар разогреть надо. Самое страшное, что все считают дедушку предателем. Ведь он же герой. Он же герой, Тим? Конечно, герой. И никто не знает. Как это никто? Мы знаем. А война скоро кончится, все узнают. Удалая вдаль.